масло очень сочное, оно живое. Оно очень быстро меняет картину. Просто вот чуть-чуть повернула, так мазочек сделала. И картина уже улыбается. Александра скромно называет себя самодеятельным художником. Она не училась в школе искусств, но всегда к нему тяготела. Но искать ее творческие способности принялась только на пенсии. Взяв в руки кисть и цветовую палитру, поняла – это и есть ее призвание. И вот почти 10 лет спустя Александра Степанова открыла свою выставку. Шла мимо музея и думаю, дай-ка я зайду, узнаю, какие тут мероприятия. Пришла, мне говорят, а у нас можно выставки организовать. Я говорю, а у меня вот столько работ есть. А мне сказали, да мы можем это все сделать. А я говорю, а я с большим удовольствием. В итоге на экспозиции представлены 24 работы художницы. Сейчас, правда, уже 23. Искусство Александры Степановой оказалось еще и доход приносит. В начале выставки вот женщина пришла, и одну картиночку просто она не могла уйти без нее. Говорит, ну ладно, ну не могу уйти. Пришлось ей вот там веревочки висят. Срезали, продали. Посетители могут не только лицезреть яркие пейзажи, но и касаться искусства в прямом смысле этого слова. В работе мастер использует мастихин. Это лопатка для нанесения густой краски на холст, отчего мазки получаются широкими и выпуклыми, а картины объемными. Мы пришли сюда из серого Риота, можно сказать, погода, и попали в мир красок. Позитивных красок, недавящих, вдохновляющих. Особенно понравились сюжеты природы. Вот, например, картина «Пейзаж морской» манит оказаться туда, хочется прорваться. И, конечно, это очень нравится. Среди работ художницы множество морских пейзажей. Свое вдохновение она черпает в Болгарии, на берегах Черного моря, где часто отдыхает. Кстати, продемонстрировать свой талант в Центре искусств может любой желающий, уверяют организаторы. Именно эта выставка показывает реализацию возможностей для всех жителей города. Каждый риотовчанин имеет такую стартовую возможность. Было бы только желание и возможности для этого, силы, настроение хорошее и, конечно же, заряд бодрости, который необходим для начала, для любого начала дела. Полюбоваться масляными шедеврами Александры Степановой можно до 17 сентября. Похвастаться собственным творчеством в любое время. Для всех посетителей вход свободный. Анна Егоршина, Александр Попов для РТВ.